Очаков ТВ представляет. Я профессор. Тихо, что ты сразу матом начинаешь говорить? Я сказал, ни хера, профессор, ты что, не слышишь? Я слышал, да, ты ругнулся матом, не ругайся, тогда поговорим. Если ты разговороспособен, конечно. Ты разговороспособен, да, или нет? Да, нормально все. Можешь хорошо говорить без мата, без криков? Без... Конечно, конечно. Вот, видишь, таких очень мало. В России, блин, считанные единицы. Ну, по крайней мере, здесь в чат-рулетке. А что Россия вам сделала плохо? Молодой человек. Что Россия сделала плохо? Россия напала на Украину, убивает там людей. Нет, она врет. Это врешь. Это ты меня обманываешь. Если мы 23 числа, мы это не сделали, 24, я не помню конкретную дату, то давным-давно бы зашли бы вы туда, куда собака, ну, не сует. Ну, зачем? Кто вот, зашел бы? Украина бы зашла? Ребят, вы хотели отжать земли, правильно? А для какие земли? Куда бы Украина зашла? Вот скажи мне честно, вот куда бы она зашла? Вот скажи мне, вот просто... Вот, я честно просто говорю, вот, честно говорю, никуда не зашла бы. А по твоему мнению, куда бы она зашла? Давай, мое мнение. Вот смотри, вот вторую чеченскую я отвоевал, да? Я просто видел, просто это доллары, грязные бабки. Сейчас мне которых осталось, у тебя нет, ну, да? Зачем? В смысле? Ну, у тебя нету долларов, я правильно понимаю? Я не стремился к доллару. Так я говорю, у тебя их нету, поэтому ты считаешь их грязными бабками. Так ты же не ответил на мой вопрос. Куда Украина бы зашла? Вы не можете против России воевать. Вы под НАТО лягли. Куда Украина бы зашла? Ты мне не отвечаешь на вопрос. Зачем тебе это? Ты же сам знаешь, куда. Ну ты же утвердил. У вас ничего своего нет. У вас своего ничего нет. Единственное, чернозем. Все. Зачем ты соврал, что Украина бы зашла? Да. Зачем ты соврал? Для чего? Я правильно сейчас рассуждаю, нет? Чернозем. Нет, правильно? Неправильно. Ты соврал, что Украина зашла бы на территорию России. Куда ты убежал, блин? Вот такая у них манера вести, понимаете? Он что-то... И все, обосновать не может. Пошел дальше. У вас ничего нет, у вас чернодем. Ну, и, по-моему, он даже не пьян. Если пьяный, то не сильно. Но я не заметил, честно говоря. Ну, как можно быть такими идиотами, скажите мне? Вообще класс. Поэтому так получается. Кто там так смеется? А? Кто там так громко смеется? Мой муж. А. Угу. Чего? Над чем смеетесь? Над тобой. Над кем смеетесь? Над собой смеетесь. А знаете, вы с Украины? Знаете, есть такое выражение в классической литературе. Ну-ка. Ну-ка. Как Пушкин писал. Над кем смеетесь, над собой смеетесь. Да. А над пи***сами. Так я же сказал, над кем смеетесь, над собой смеетесь. Все правильно, мужик. Все верно. Здрасте. Привет. Вы из какого города? А вы? Я из Калифорнии. А вы, наверное, из Одессы, да? Да.
В Одессе вопросом на вопрос обычно отвечают. Наверное, да. Вы не разговороспособны, зачем вы сюда зашли тогда? А вы? Ну, понятно. Вы птица-говорун? А вы? А вы? Птица-говорун. Это есть такой вид попугаев, называется птица-говорун. Здравствуйте. Здрасте. Вы откуда будете? Я в Калифорнии живу. США. Я понял, в Санкт-Петербурге. Александр меня зовут, а вас? Владимир. Владимир. Ага. О чем поговорим? Если поговорим. Ну, о чем? Не знаю, о политике в основном я говорю, об отношениях между странами. Между Россией и Украиной в первую очередь, конечно, о войне. Ну, давайте поговорим, попытаемся. Давайте. Есть у вас какие-то вопросы? Тяжелая тема. Тяжелая, да. Вопросы? Да нет, в принципе, никаких нет. Мне все понятно там. Ну, все понятно. А что вам все понятно? Вот смотрите, конкретно, да. Если вам понятно, каким образом закончится война? Ну, что за глупый вопрос? Как это может быть понятно? Вы бог? Вы же сказали, что вам все понятно. Я вам задал вопрос, понятно ли вам это? Вы говорите, что за глупость. Значит, вы сами себе противоречите, понимаете? Нет, это вы себе противоречите. Смотрите. Вы сказали, что вам все понятно. Я вас спросил, вы не ответили. Вы перевать будете? Говорите, говорите. Не горите, только успокойтесь. Я горю? По-моему, вы горите. Отвечайте, пожалуйста. Смотрите. Очень просто. Я вам сказал, что мне все понятно там. То есть, то есть. Мне понятно, почему и что там происходит. Вы задали вопрос, как это закончится. Я вас спросил, вы бог? Это глупый вопрос. Только бог знает, как это может закончиться. Ну, значит, вам не все понятно тогда. Совершенно верно. Нет. Я сказал, мне все понятно, почему и что там происходит. Вы этого не добавили, вы врете. Для чего? Вы сказали, мне все понятно. Мелкая манипуляция. Я вам задал вопрос. Мелкая и глупая манипуляция. Вы очень неумный человек. Очень, очень грамотный, конечно. Аргумент у вас охрененный. Уже очень скучно с вами становится. Дальше. Я понимаю. Вы не первый, вы не последний. Можете слиться. Кнопочка следующая есть. Смейтесь. Да, истерических смехов. Так я спросил вас, как вы думаете, эта война закончится? Нет. Вы не так спросили. Я сейчас вас спрашиваю, как вы думаете? А, вы сейчас? Это война А, Б, да. Как она закончится? Как вы думаете? Б, ой, пятый класс, вторая парта. А, Б. Как эта война закончится? Победа. Вы плохо слышите? Зачем вы переспрашиваете меня? Победа России. А в чем будет заключаться победа России? В победе. Опять тупой вопрос. Победа это ни о чем. Второй тупой вопрос. В чем она будет заключаться, победа? Вы вообще понимаете смысл слова «победа»? Он очень размытый. В каждом конкретном случае. Серьезно? Победой... Вы мне не даете мне закончить предложение. Вы мне не даете закончить предложение. Если я вам дал глаз, вы не сможете... Вы мне не даете закончить предложение. Вы даете слово «победа»? Смотрите, у победы может быть много смыслов. Для одного будет победа, например, не проиграть. Для другого победа будет полное уничтожение там, противника или соперника. Для третьего победа будет то, что он вышел на ринг, например, получил по морде, и его унесли. Для него это уже победа, понимаете? Поэтому я же вас спокойно спрашиваю, как вы считаете, в чем будет заключаться, по каким признакам может будет понять, по каким признакам, если вы до вас не доходит смысл вопроса, можно будет понять, что Россия победила. Ты сам с собой разговариваешь? Нет, я вам задаю вопрос. Так я себя не слушаю. Я смеюсь над тобой. А почему вы не слушаете? А, то вы не разговороспособны, правильно? Так как бы и сказали, что вы не умеете вести диалог. Третий раз. Сказали бы, что вы не способны вести диалог. Для чего вы сюда зашли? Вы зашли сюда с целью о чем-то поговорить серьезном, правильно? И вы попросили меня вас не перебивать. Я не перебивал.
А сейчас вы меня постоянно перебиваете. Не даете досказать предложение. Значит, вы не способны вести диалог. Значит, вы соврали в очередной раз. Что вы сюда зашли поговорить без вот этих вот выпендриваний и так далее. Видите, друзья, очень сложно на самом деле. Он не первый, он не последний, естественно. Он ничем не отличается. Ну, по крайней мере, он не орал и не матюкался. А так такой же телепень, блин, как и 90% вот этих вот нарашки. Такой же телепень. Так что телепень, можете идти вслед за русским военным кораблем. Пошел вот. Ну где? Где найти? Где? Где найти собеседника нормального?